Buena. Прервали наши танцы. Нравится музыка? Не очень. Не твоя музыка? Боже. Не. Громко? Или музыка плохая? Не любит Борик такую музыку, да? Ниндзяго. Борик Ниндзяго. Да, кожа одинаковая. Кожа шина существует одинаковая. Нет. Нет. Смейся, давай. Так он будет смеяться. Я говорю, кожа одинаковая. У Борика и у мамы кожа на ощупь одинаковая. Одинаковая. Молочная. Но Боря более мясистый, мускульный, а мама желешечка. Мама желешечка. Мама желешечка. Мама желешечка. Скажи, я вам не гагатун, да? Гагатун. Не смешко. Не смешно. Не смешко. А про бабушку и дедушку смешно? Да. Которая а про колобка? Колобка. А это курочка ряба была еще такая, которая снесла золотую аичка. А какие еще сказки? Соломенный бычок. Давай, я название одной сказки, потом ты говоришь. А я не знаю. Да, сказок не знаю. Али-Баба и 40 разбойников. Это не сказка, а историческое событие. Да, историческое событие. Что ты еще хочешь услышать? Курс биткоина в 2035 году. Лисичка-сестричка та сірий вовк. Ты про что, петуха украла или нет? Ну да, а потом он вымощила голову свою. Олень там какой-то был, золотое копыто.
Що на кришу прыгал і біл копытам, і у нього брильянти всякі сыпали. Та ні. Антилопа гну. Забула надо. Та ні, я вже й позабывав ці сказки названі. Боря, давай. 12 місяців. Какая ты? Да. Месячно. 12 месячно. Как можно доверять человеку, который два раза в месяц истекает кровью и не умирает? А что два раза? Не знаю, два раза. Раз в месяц? Нет, два раза. Это кто такой? Не знаю. Истекает и не умирает? Ну, раз. Ну-ка. Каждые 30 дней истекает кровью и не умирает. Бери свой третий глаз. Как? Ты. Потому что. Ну сейчас. Опа! Ну шо? Же, что вы меня таскаете, да? Ну шо? Хохотун. Гагатун. Сомелье. Сомелье. Борик сомелье, да. Он молочка. Молочка. Задегустировал. С одной. Потом начинает. Сисяндры, потом с другой сисяндры, потом. О, такой. Хорошая, скажи. Забористая, забористая молочко. Слюни, кто это пускает? Бульбу пустил. Бульбу. Все правильно, вытер никого. Не видно никто. А все сказки начинаются с такой фразы. Жили-были. Рассказывай. Дед и баба, была у них курочка ряба. Жили-были дед и баба, и была у них абрикоса. И абрикоса поспела, и дед собрал все абрикосы. И сделал в них сушку. А когда косточек осталось много из-под сушки, он их поколотил. Он сделал из них полторы банки. Миндаля. Да, отборного. Мигдаля. Вот она, что мигдальная. И жили они долго и счастливо. И до следующей весны. А весной появилась редиска. Вкусная, свежая редиска. По 32 гривны. И зеленушка. И петрушка с укропчиком. По 32 гривны? А что вы не помните? И по 32. И укроп с петрухой по 75. Да. Вообще укроп с петрухой по 120 сейчас. О. Мама он покупала за 120 гривен. А был по 80. А был по 80 был гривен. Был бы и подешевле на огороде роста. Так 120 гривен это килошечка меди. Или почем там сейчас медь? Куда мне знать? Где-то гривен 100. Что медь считает медь выращивать на огороде? 100 гривен меди выросло. Килограмм меди выросло на огороде. Боря, ну что ты не знаешь? Медный огород. Я вообще тут не в теме. Че? Я вообще не понимаю, что вы говорите. За медь. Мне не интересно. Давай про колобка. О. Тыщ. Ага. Ты же хочешь все. Сисяндру? Да, устал. Сисяндра. Где моя молочная сисяндра? С тобою ты и я. Сисяндра навсегда. Ты подпевай. Сисяндра. Тем более, так вроде молочная. На скрипке играет, да, рукой так смычком делает, и голову прижимает, Ты же скрипач? Да, скажи, был, как его, дирижер. Дирижер стал. Бомжу. Я это, сопилки. Сопилку. На сопилке, который играет? Ну да. Сопилка душ. Тысяча и одна ночь есть еще. Да.
Боря. Давай, скажи ей, Боря. Сейчас через переводчик переведем, что ты имел в виду. Варая, I say now through an interpreter translate meant. Борик, translate it. Translate. Translate. Скажи его, эу. Сейчас она не понимает. Я не знаю, эу. Tell him now that she does not understand. Эу. I am don't understand. Evie. Эу. Ага. Yeah. Ага. Yeah. Yeah. Что ты колдуешь руками там такое? О, да, да. Ты крестишься? Или такие прям дела делает руками. Переводчик хватит, сломался. Надоел переводчик. Сломался, он не понимает. Он не понимает, скажи нас вообще. Tired of the translator. Try it. Try it. Пошли на улицу. My son is bro. Mason from bro. My son Boris. О, Борис что-то написал. Mason Boris. Mason. Mason. My son Boris. Mason Boris. Wow. А чё, son Mason? Чё Mason? Кто такой Mason? My son. Мой сын. My son? Да. My Susan. What is the very same thing? My best friend is Boris. My best friend is Boris. Так чё ты? Борис. I say my best friend is Boris. I see my best friend is Boris. И перекладывает. Зачем что ты мне переводишь? Меня? Самого? Переводчик. Английское перекладывает и пишет. Переводчик, ты гадость. Are you a translator? Конечно. Все, закончили. Сломался перекладач. Ага. Да? Да. Сисняется, он сисняется. Давай, я пошел работать, Борис. Борик засиснялся, да? Трудиться, я пошел. Пошли. Делать труд. А мы пойдем пройдемся. Опа, появился Борька. Где твоя ручка? Давай. Давай, выходи. Раз. Опа. А вторая где? Где вторая нога? Где вторая наша ручка? Ну пошли.